Наше видео было удалено. Да херня, едем дальше. Но Инстаграм меня все больше мотивирует. Зайки, я тут такую вкусную шоколадку ем. Сейчас покажу, как называется. Galaxy, что ли? ХЗ. Давайте я человек 10 сейчас тоже скину на шоколадки. Чего я один ем? Пацаны обижаются, что только девчонок радую. Давайте на пивас, что ли, скину. Чего там вы думали? Я такой думаю, знаете, у многих, наверное, вопрос вообще такой. Нахер ему надо переводить там десяткам незнакомых людям деньги? А у меня, короче, когда я жил в Костроме, я очень-очень давно-давно-давно, когда мне было лет 5, наверное, 7, у меня был в подъезде сосед. Он был одинокий, и он, когда пенсию ходил, получал, всегда во дворе покупал там 20-30 мороженок и просто детям всем раздавал каждую пенсию. С каждой пенсии каждый месяц. Я думаю, блядь, мне походу просто одиноко. Или я просто очень добрый. Добрее становлюсь каждым днем. Я не знаю, как хотите объяснять, но мне так это нравится, с вами проводить время. Ребята, когда бабки получаете, вы хоть отпишитесь, что вы сразу в магазины бежите. А то уж у меня же бухгалтерия. Пупсики, хотите лайфхак, как до меня достучаться? Я отвечаю только на супер позитивные комменты, эти смайлики всякие. Раскусил сам себя. Очень люблю добрые фильмы. Прям вообще классные. Бывает так лень собираться, но надо свою задницу вытащить из дома и поехать немножко почилить. Ой, но лень собираться. Вот бы было все вот так вот. Раз, два, три. Вот это хорошо. Вот, ну, неплохо. Вот это я люблю. Это по-нашему. Обожаю. Все, погнали чилить, друзья. Хочу показать вам картину в номере у меня. Она достойна внимания. Кто-то из вас любит вообще творчество? Многие вообще не понимают, что за квадрат, там, дерево и так далее указано. А я погнал кое-куда. Кое-кто знает меня, кое-кто уже слышал то, о чем кое-кто пишет, это он на.
Интересно, как же так вышло? Ему место дома под крышей, а он с микрофоном тут вышел. Рэп по-любому со смыслом, блин, я его ненавижу. А мне плевать, я не стремлюсь быть кому-то подстать. Я устал с вами спать, пора на ноги встать и хотя бы кем-то тут стать.